Власти Малайзии подтвердили принадлежность найденного фрагмента крыла Боингу 777. Министр транспорта Лиоу Тион Клай заявил, что обнаруженный флаперон был установлен и на лайнере рейса MH370, но достоверно известно, что ни один другой самолет этой же серии не терпел крушения в этой части мира. Чиновник также отметил, что представители малайзийской авиации присоединяются к мониторинговой группе в районе острова Реюньон для поиска других предметов, связанных с пропавшим самолетом.